И всем привет, ребята! Рад приветствовать вас на моем новом видеоролике. Мы продолжаем проходить игру Alone in the Dark. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, заваривайте себе вкусный чаек. Заранее приятного аппетита и не забудьте подписаться. Вам не сложно, мне приятно. Ну что ж, отправляемся в путешествие. Посмотрим, что нас ждет дальше. Так, припомнить бы мне хорошо, где мы остановились. А, мы остановились вот здесь. Я понял. Допустим, так. Фрагменты, нам сказали, хранятся в винном погребе. Так, а винный погреб у нас находится вот здесь. А где взять ключи от винного погреба? Хороший вопрос, как я понимаю. Так, осколки тарелки. Знаете, мистер, я видела часть тарелки, которую разбила Лиза. Нет, это не то. Вот она, наверное. Вы... Да, Пол, вы были правы насчет пластин на котле и часах. Их повредили намеренно, и кажется, я знаю кто. Это связано с приступами Джереми и его исчезновениями по ночам. Сейчас важно, чтобы вы начали искать любые куски. Я хочу понять, получится ли починить пластины. Так. Во. Я увидел вашу записку в котельной, знаете? Знаете, что мистер Чанс не вернется, я и сам не должен быть здесь. Но вы можете взять вентиль из винного погреба. Если хотите остановить вырывающийся наружу пар, будьте осторожны. Ага, допустим. То есть, по сути, нам реально туда надо. Но каким образом, вообще пока непонятно. У нас тупо ключей нету оттуда. Нам сейчас надо активно искать ключи. Ага. Странно. Ну ладно. Ладно, пошли. Надо искать ключи, где бы они ни были. Тут нет возможности зайти. Так, тут у нас как раз вот это помещение. Но здесь и нет ключей, то есть я тут не могу взять ключ и спокойно продвинуться. Ага, не пройду. Но попытаться стоило. Для этого места у меня ничего нету. Хорошо, пойдемте далее. Надо искать активно ключи. Еще бы иметь хоть какое-то понимание, где они могут быть. Было бы удобнее. Не могу. Тут я, в принципе, уже бывал. Вот здесь я надеялся ключики найти, но как бы и здесь их нету. Что очень даже печально. Это что? Запертая коробка для лекарств. От которой ключа у меня до сих пор нету. Допустим. Хорошо. Далее. Это что? Библиотека. Угу. Это что? Это коридорчик. А это второй этаж. Тут есть куда идти? Не. Допустим. Опа. Заклинившая дверь. Но нет. Тут тоже ничего интересного. Хорошо, допустим. Мне нужны ключи от винного погреба. Где они могут быть? Вот в чем просто восхитительный вопрос. Так. Так.
Давайте здесь поищем. Может быть, где-нибудь здесь они запрятаны. Внизу-то навряд ли где-то здесь. Тут шансов мало. А вот... Да так-то здесь везде шансов мало. Разговорчивое дерево то самое. Пойдемте во двор прогуляемся еще раз. Может, ты что-то не донашел? Тут больше ничего. Что у меня по задачам? Починить декоративную пластину, установить недостающий вентиль, починить декоративную пластину. Ну да, это ж так легко, ёпарасоте. Не. Это вообще непонятно, где это все искать, вот ей-богу. Ну, полезли. Дальше походим. Поищем, так сказать. Ключи, не ключи. Так. Восхитительно. Мне нужен ключ. Ключа нема. Хорошо, посмотрим далее. Так. Опа. Что меня привело опять сюда? Скажите, что теперь здесь появился ключ. No way I can get into this. Нет, внутри этой штуки мне никак не попасть. Оставлю ее в покое. Так, допустим. А сюда что ведет? Need the key. Опять I need a key. А где взять нам твой key? Как же найдешь? Нигде нету ничего. Так, ладно, допустим. Поехали далее. Бродить везде и всюду, где возможно. Туда нельзя. Здесь и нету ничего. Ай, печально. Так, поехали далее тогда. Пофиг. Блин, опять не туда пошел. Где карта? Карта. Где я? Погодите, это подсказки, типа? Не понял. Типа, допустим, вот я. Если в приемную пройти, то тут показано, что якобы что-то есть. Погоди. Обратно. Приемная. Нет, нельзя. А, это покидать. Не та дверь. Вот, правильно двигаюсь же. Вот, карта. Да. Вот сюда. И... Вот здесь, если мы проходим, то подходим вот сюда. И он меня приводит к... Ага. К вот этой штуке. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Погодите. Серьезно? Это сложно. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Ладно, пойдемте. Тут так не подберешь, ей-богу. Окей, я понял. Пазлики-то показаны, но эта задача не облегчает вообще. Поехали далее. Так-с. Пойдемте по... А, закрыто. Восхитительно. То есть тут все нафиг закрыто. Они такие. Окей, я понял.
Сверху мы все изучили. Пойдемте до часов. Бам. Кажется, я уже это где-то видел. Нет, это не так работает. Так. Погодите, в чем прикол? А, его еще и вращать можно. Ага. Good. Тогда вот этот однозначно вот сюда и повернуть. Вот этот тоже надо повернуть, но он не отсюда. Да, Джереми точно что-то об этом упоминал, я и не сомневаюсь. Сейчас я сложу спокойненько нужный узор, который тут и так, в принципе, вполне проглядывается вроде как. Так, теперь вот эту пластину вот сюда, вот эту вращать и вот эту вращать. Что, неправильно? Интересно. Вот так. Сейчас-то хорошо получается. Все верно должно быть. Возможно, вот эти две просто поменять еще надо. До сих пор неправильно. А как так? Ладно, давайте записки посмотрим. Журнал Перози. Это не то. Талисман, починка котла, досье пациентов. Блокнот с записями. И вот тут вот интересно бы понять, как его собирать. Ага, вот оно. Вот они все трещины. Вот они. Но как бы это все равно мало что решает. Вниз две, вправо две, причем часть из них пересекается. Ну да, все верно. Так, ну ведь все правильно. Возможно, разве что по узору пока не сходится, вот именно в этих мелочах. Не, неправильно. Сейчас все подберем. Возможно, вот так. Вот. Да, вроде теперь будет верно. Нет? Вы что, издеваетесь надо мной, ё-моё? Во! Так, хорошо. Погоди. Почему так? Как это активировать? Вот, допустим. Так, темный человек предложил мне тюрьму. Так, это да, это я понял. А как вот с этим-то справиться? Почему не получается? Непонятно. Стоп. Поняв. Вот это однозначно вот отсюда получается. Там завершение.
Тут такого завершения. Во! Есть. Похоже, часы сломаны или просто замерли на определенном времени. Так, погоди-ка. А вот тут, возможно, подсказка на взлом этого. На основной взлом. 3, 4, 6. Так, а давай-ка попробуем. Интересно, возможно, это от сейфа. Так. Вполне возможно, что это от сейфа. Так. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Так. 3. 4. 6. Так, нет, скорее всего, 3, 6, 4. There's no way I can get into this thing. Better leave 3. It alone. 6. Ага, как это работает? Погодите. Еще раз. There's no way I can get into this thing. 3. 6. 4. Так, видите, X набор. Ага, я понял. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. 3. Ну явно же отсюда, а? Цели. Найдите цифры талисмана, спрятанные на астрономических часах. Цифры талисмана. Это в смысле? There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. 6. Непонятно. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Ладно. Поехали обратно. Я неправильно понял, видимо. Но не страшно. Так, продолжим наше прохождение с вами. Что значит найти цифры талисмана? Так. Ага. 3, 4, 6. Ага, на большом циферблате 6, на среднем 4, на маленьком 3. 6, 4, 3. Так, а 6 на какой позиции должна находиться? Ровно на эту, я понял. Так, стоять. Вот 6. Примерно вот так вот будет у нас шестерка. Дальше у нас должна быть четверка. И внутренняя на тройку. Что-то я не то делаю. Погоди, нет. Скорее всего, вот так шестерочка. Вот так же троечка. Так, непонятно. Погоди. Стрелка на 6, стрелка на 3, стрелка на 4. Стрелка на 6. Стрелка на 3. Стрелка на 4. Так, пока что я чего-то не понимаю. По
Погоди-ка, или же... Двадцать четыре, двадцать три, двадцать два на шесть. Интересно. Может, именно должна показывать? Стоп. Вот так примерно. Тут стрелка должна показывать на 3. И тут, допустим... Даже стрелки нет. Непонятно пока. Интересно. Так, 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 так. Так, ну что ж. Начинаю вспоминать, что все здесь работает немножко иначе. И у нас снизу есть стрелочка. Скорее всего, вот здесь тогда шестерка. Теперь вот на эту четверка. А вот на эту тройка. Во! Точно, все, понял. За черным стеклом какая-то картина, и она на что-то указывает. Это в коридоре сразу за комнатой Джереми. Ага. Ну, пойдем. Пойдем посмотрим, что нас там ждет. Секундочку, ребят. Так, ну что ж, продолжаем, ребят. Ага. Так. Что там по записям? Гордость улетучилась, и осталось чувство тревоги. Детективу удалось войти в совершенно новый мир. Как это могло произойти и почему он настолько легко это принял? Ясно было одно. Стоя на месте и сомневаясь в реальности, ответов не отыскать. Вооруженной информацией из блокнота, Карнби отправился на поиски Джереми в том ненавистном кургане. Ля. Хе-хе. Я справился. Попал еще в одно воспоминание Джереми. Жесть. Ищи Джереми в ненавистном кургане. Жестко. Ладно. Пойдемте. Такс. Отчет о нефтяной вышке. Подсказка. Май, 1923 год. 21-27. Понедельник. Все в порядке. Готово к отгрузке. Ремонтные работы нужно починить Нужно починить масляной насос. Его только тронь, разливается большая лужа, если заранее не принять мер. Вторник. Отгрузка задержана, но выполнена. Ремонтные работы. Служебный мостик вот-вот сломается. Среда. Изыскатели нехотя согласились показать курган мистеру Хартвуду, художнику, который прочел о наших находках в прессе. Он собирается вернуться завтра и попытаться найти проход внутрь. Четверг. Усилия мистера Хартвуда затянулись, кажется, работникам рядом с ним не по себе. Хартвуд пообещал не возвращаться на территорию. Вместо этого он принял предложение Лофисье, капитана речного катера, который собирается провести его утром на место. Надеюсь, на этом все закончится и работу можно будет продолжить. Ремонтные работы мост от нефтяной башни до Байю обрушился, вероятно, саботаж. Таков дьявол, что направляет нас сейчас. Интересно. Ничегошеньки. А у меня патронов фиг да нифига, а мы опять в его воспоминаниях. Не нравится мне это вообще. Чё это я выдвинул? Тут же ничего нету. О, пистолетные патроны, спасибо, я услышан. И все, больше ничего интересного в этом домике. Ладно. Need the key. Этот need the key. Ну нет у меня ключа. Так. Заперто. Чё тут? О, КФ. Можно в кого-нибудь швырнуться. Но пока в некого. Ч
что это там такое? Что это? Страшно. There's something missing. Здесь явно чего-то не хватает. Ничего не видно. Ей-богу, вообще. Ключ от пирса. Тут ничего нету. У нас есть фонарик, нет? Не припомню. Давайте посмотрим. Раскладка управления. Ай. Во. Рывок, прицел, перезарядить, рукопашная атака, фонарик. Во. Точно. Вот теперь классно. Заполнено напиток. Ладно. Вот патроны явно не заполнены. Патронов много не бывает. Ага, все, понял. Так, тут все обыскали, поехали далее. Так, здесь сказали нам явно чего-то не хватает. А там он что-то лежит. А мне туда даже пройти не дают. Что очень печально. Да серьезно, ты тут спрыгнуть не можешь, ну ты чё? Тоже заперто, допустим. Вы чё, издеваетесь? Какого флёрта? Непонятно пока. В этот дом вообще не попасть. Возможно, мы нашли ключ вот от этой двери, как варик. Ага. Понял. Так, еще пистолетных пуль дали. Ой, неспроста нас вооружают. Ой, неспроста. Труба, оружие. На какую там кнопку было? Не помню, на какую кнопку ближний бой, поэтому тоже надо бы проверить. Так, использовать Е, это я помню. Уклонение, рывок, прицел, дистанционная атака, рукопашная на F-ку. Точно. Не-не-не, не надо тут спрыгивать. Нет! Дурак. Ладно, погнали. Так. А это что тут у меня? Пустота. Ладно, поехали далее. Так. Это что у нас? Рычаг моста, ключевой предмет. Got it. Так, тут получается все у нас. Ничего интересного больше. Ага, водичка. Давай-ка не будем терять время. Так. Откуда? А! Давай бей его!
Нифига себе. Надо воскреснуть. Пойдем обратно в эти дома. Там еще хилки есть. Ля, жесткое создание. Неожиданно появилось. Пистолетные пули решили заспавниться. Раз за разом так побегать, можно что интересное найти будет. Плюс один напиток. Уже хорошо. Ну, я, конечно, в шоке, чех. Умею тут монстры эффектно появляться. Так. Мостик ставим. Бам. Сработало. Что случилось? Чё застрял-то, дурной? Мост под тобой скрипеть, ты еще и останавливаться. Вообще дурак, что ли? Так, отлично. Двигаемся. Труба. Что это за бесконечность? Ага. Презенты, цели, карта, расследование. Допустим. Угу. Вот, кстати, то, что я видел. А, это напиток был. Допустим. Так, прошло сохранение. Хрена себе. Неожиданно. Ага. На тебе. Отдохни. Ужасное создание. Ей-богу, отвратительные существа. Ага, это не все. Бам, бам, бам. Мало патронов осталось. Ой-ой-ой-ой-ой. Gotta find more bullets. Все патроны ссадили в одном месте. Надо же, а. I just need something to break it. Нажмите F, чтобы атаковать баррикаду. Нифига себе. Прикольно. Но это пока не все. Уходить отсюда рано, надо дома залутать. Дома — это шанс. Весло, оружие. Спасибо. Это что? А, труба. Ну, поувереннее будет, поувереннее. Ой. Надо чуть-чуть подлутаться, потому что иначе будет очень все плохо. Еще патроны. И лопата, оружие. Нифига нам тут оружие подкидывают. Вот здесь, скорее всего, тоже патроны. Нет? Еще патроны. Подходим вот сюда. Патронов нет. Ладно, уходим. Все, отлично. Главное, что мы отстояли то, что хотели. Так. Опять же лопата, камни и что-то интересненькое. Ладно, все, можно идти. Пойдемте.
Предстоит нам пройти еще чуть-чуть. И можно с собой гордиться. Еще одно сохранение. Так. Бам, 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 бам. Есть. Жаль, только оружия хватает на один адекватный бой, и все. И кто-то там очень лютый ползает, судя по звукам. Мне он не нравится. А, это не монстр, это... Ладно, бывает. Я думал, там монстрятина какая-то ползает. Уж офигел от жизни. О! Вот так вот. Так, тут явно кто-то будет. А вот оружия у меня нету. А! Да пошел ты! А! Отойди! Да ты! Жесть! Пожалуйста, перезарядись, дебил! А! Жесть. Так тупо откинуться, я перезарядиться забыл. Первый раз мы проигрываем в этой игре. Хочу отметить. Ну что, что есть, то есть, что могу сказать. Так, ну что ж. Давайте попробуем еще раз. Для меня удивительно то, что все так сложилось. А как бы ладно. Значит, лучше сначала еще подлутаться немного. Потому что иначе все плачевно получается. Так, отлично. Чуть-чуть подлутались и пошли мочить гада. А, сквозь стекло ты не нанесешь урона, я понял. Перезарядка. Все. Вот и вся битва с этим чипзриком. Глядящая статуэтка, презент. Вьючное животное. Звучит довольно грубо. Презент, вьючное животное. Значит, нам сюда надо было в основном ради этого. Ради коллекционируемого объекта. Ладно. Пойдемте отсюда. Нам еще есть куда продвигаться. Так. Давайте дойдем до вышки и на этом будем заканчивать серию. Не будем ее сильно затягивать. Ага. Тут ничего интересного. Погнали далее. Ага, я понял. Тут много мерзких созданий. Так, подождем, пока она опять проползет мимо. Ой, извините, ребят. Так, все, идем. Идем.
Бежим. Бежим, бежим. Главное, обманули их. Остальное пофиг. Ты идешь со мной драться? Судя по всему, да. На тебе по мордасам. На тебе. Сосиска непонятная. Еще один? Или все? Это что-то наподобие мутировавших крокодилов, чтобы вы понимали. Бам. Пойдем. Ля. Жесть. Допустим. Так. Жесть. Неожиданный финальчик получается. Но что есть, то есть. Так. Ля. Ладно, теперь еще что? Так. Что это? Крепкая ткань, ключевой предмет. Так, а что дальше? А, вот что. Ну же, Ганби, ты же не намерен покориться смертью вместо того, чтобы вознестись к небесам в пламени славы? А как он тормозить будет? Я он, дурной. А справился, смотри-ка. Жесть. Круто! Ну что ж, ребята, вот на этой прекрасной ноте и будем заканчивать серию. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ролики выходят ежедневно. С вами был я, Райхвалд. Увидимся, ребят.